Здравствуйте, дорогие друзья, мы проверяем старушку Need for Speed Underground 2. Посмотрим, как все у нас работает и состоит. Так, первое нам нужно выбрать, что нам выполнять. Так, вот у нас есть как раз звезда. Замечательно. Прикольная песня звучит за кадром. Блин, врезались какого-то чувака. Хотя мы этого не хотели никак. Блин, джойстик у меня немножко начинает подтраивать. Но это временные проблемы. Так. Развернемся с задней стороны, потому что... Ох, ё. Самое вот неудобное то, что нужно щелкать, чтобы радар тебе показал, куда ехать. То есть самому он не показывает нифига, поэтому... Так, покажем вам офигенный наш черепок. Музыка заставляет действительно петь. Музыка очень классная. И вот насколько я люблю Underground 2. Поэтому... И у нас, видите, милые лапки на циферблате. И, как сказать, котик такой милый. Как типа на манер, если кто помнит, в Японии была популярность на Hello Kitty. Поэтому это вот что-то подобное. Очень интересное и крутое. Так, время у нас поджимает, поэтому не стоит расслабляться. Да что такое? О, вот парень какой-то поехал. Здорово, чувак. На чем он? На Toyota Supra? Серьезно? Или нет? Да, это Supra. Ненавижу Supra. Что в первом андеграунде, что во втором, Supra ужасно управляется. Ее может занести, что в первой части андеграунда и во второй, поэтому... Такс. Опять какой-то чувак, а ты на какой тачке? Бля, дай посмотреть, на какой ты тачке. Mazda, что ли? RX 7, а нет. Бля, я забыл уже, какая модель, поэтому... Ой, блин! Я профукал. Ай, нет, не профукал, идиот. Не провалить бы. Я думал, оно сзади, а оно, оказывается, еще притоп... Да ладно! Твою мать! Я что-то сильно отвлекся. Твою мать! Класс. Я провалил это состязание. Я манал. Блин, давай быстрее, сука. Нет, 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 нет. Есть. Ох, я думал, провалю это состязание. Это было довольно-таки... Нелегко. Есть еще одно. А сколько мы звезд должны выполнить? Так. Обложки DVD. 3. Обложки DVD 3. А это были что, не обложки DVD? Странно. Игра подумала, что мы не выполнили, что ли. Ладно. Сделаем еще обложку, почему бы и нет. Ц-
твою мать! Бывает и такое. О, а тут просто сфоткаться, замечательно. Так, а что у нас еще осталось? Так, спринты, заносы, еще одно. Ну, можно еще на одно событие поехать, если оно, конечно, еще последнее. Че ее ведет, вообще непонятно. Тачку. Блин, вот самое интересное, что я еще хочу пройти карбон. Я ни разу карбон не проходил, вот просто не хватало рук. Я играл-то в него, видел, но чтобы пройти, вот просто я на него как-то забил. Вот Most Wanted я проходил 5-го года не один раз. Вот самое интересное, что Most Wanted я проходил не один раз, а вот карбон что-то... Руки не дошли. Вот. И еще я не проходил Undercover. То есть тоже, говорят, коснулся, называется, чуть-чуть. Ну ничего страшного, бывает. Ага, спасибо, чувак. Долго ехать, я уже сколько еду, уже просто заколебался ехать. Блин, если вот у меня подозрение, что это тяжелая выполняшка. Да. Это тяжелая выполняшка, потому что. Блин, погнали, короче. Не знаю, получится у меня или нет, но я помню. Еще давно я это условие еле-еле выполнил. Во-первых, тут как бы и встречка. И во-вторых, долго ехать. По крайней мере, мне так кажется, но кто знает. Поэтому я лучше, наверное, вот от такого лица буду играть.
потому что мне проще видеть всю территорию и впереди автомобили, поэтому будет как-то покомфортнее, что ли. Ой-ой-ой, скорость бешеная просто. Особенно, когда стараешься не врезаться. Так, нам сюда? Да, нам сюда. Так, а куда дальше? Сюда? Блин, вот нафига я выбрал грёбаную встречку, а? Я crazy shit. Даже тот чувак едет не на встречку. А, нет. Это всё-таки легкотня. Просто были моменты, когда были тяжёлые фотографирования. Так, стоп. А, вот тут. О, да, круто получилось, не спорю. Что-то долго грузило, меня это убило, я просто думал, что зависнет. Бывали моменты, когда просто игра висела. Я не знаю, рыбак вроде бы был интересный. Так. Что получается у нас осталось? Круги, 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 круги. Спринты, спринты, круги. Так, а получается сколько? А, и занос еще. Дрифтинг. Ну да, это хардкор. Так. 15 гонок. О, обложек еще фоткаться. Ё-моё, что-то странно. Я думал, будет меньше. Ну да ладно. А, вот. Ух, нифига себе, 5 звезд нужно. 6! А, так это из-за рейтинга нет. Ё-моё. Ну, надо смотреть рейтинг. Это у нас покраска, аксессуары и стайлинг, да? Ну, поехали туда. Посмотрим, какие у нас там звезды. У меня, правда, Audi, по-моему, побольше звездам. Ну, надо посмотреть. Audi, конечно, она мощнее, но, блин, ее заносит просто как... как ведро какое-то. Четыре девяносто четыре. Нормальный рейтинг. Шестерочки, по-моему, только не хватает, и все. А, у меня не карбоновый этот капот. Ну, конечно, даже убирают эту хрень. Я так и думал. А вот диски, по-моему, BBC у меня стояли, да? Нет. Не стояли ни BBC, видимо. Понятно, разницы никакой. Да ладно. Не карбоновые зеркала и уже пятерка. Офигеть. Чё же так хотите-то, ребята? Ну ладно. Странно. 5.08. Капоты. Капоты все старые, я знаю. Так.
Блин, я думал опять вылетит, охренеть. О, отлично.